Электрический болид студентов университета МАДИ громко заявил о себе не только в России, но и за рубежом. Однако останавливаться на достигнутом ребята не намерены. Впереди серьезный шаг – установка рекорда ускорения среди всех российских команд «Формулы студент». Поначалу будущие инженеры создавали болиды с гибридной силовой установкой. Однако 7 лет назад отказались от них и переключились на электрокары. Сегодня в работе у команды 5 проектов, главный из которых – прототип «Чеглок». Сейчас мы на этапе проектирования 6-го, и он будет являться платформой для нашего дальнейшего развития. Это беспилотный автомобиль. Непосредственно уже соревнования в Европе обязуют с 2021 года иметь беспилотное управление в некоторых дисциплинах. Соответственно, если ты его не имеешь, ты теряешь баллы. Студенты делают все сами. На их плечах лежит ответственность как за технические, так и за организационные процессы. Самостоятельно приходится разрабатывать и многие детали для прототипов. Закупаются только моторы, ячейки аккумуляторных батарей, колеса и рули. Основная цель формулы студент такая, чтобы приходил народ, учился, постоянно развивался, развивалась машина, развивались ребята и выпускались классными инженерами и шли потом работать и делали классные вещи. В планах коллектива подготовка к соревнованиям и установка рекорда по ускорению до 100 км в час среди команд российской формулы студент. Хотим улучшить некоторые показатели динамические, разумеется. Мы собираемся снизить вес автомобиля, мы собираемся установить новые электромоторы, более мощные и, конечно же, новые батареи. Достижение этой цели намечено на август 2020 года.